Я в этом участвую каждый год, потому что я музыкант, и я веду этот полк вместе с своим основным духовым оркестром, где я выступаю, поэтому я всегда кожей чувствую, насколько происходит единение народа в этот момент. Я думаю, что в этом году будет такой же эффект, потому что телевизор у всех есть, и все могут сейчас камерами заснять себя и предоставить материал, и увидеть своих дедушек, бабушек, прадедов на экране, и тоже ощутить тот же самый эффект. Поэтому я считаю, что это очень правильно и здорово. Наш пиар-отдел дал информацию в социальных сетях и везде, что приглашаем на концерты, поучаствуйте в этой акции. Люди стали, создали почту, почтовый ящик, и люди стали присылать фотографии своих родственников, труженики тыла, ветераны, кто-то пропал без вести, в общем. Все это было обработано и сегодня получат воплощение. Мы покажем фронтовые фотографии основателя оркестра Арнольда Михайловича Каца в зале, имени которого мы сейчас находимся. С учетом того, что все это было запущено буквально за 3 дня, за 4, активность хорошая. Порядка 100 фотографий мы получили. Это приятно. Я думаю, что если это продолжите на следующий год, это будет прямо иметь очень хороший отклик. Я надеюсь, что люди на это откликнутся еще активнее.